колледже искусств имени Валерия Гергиева строят новый забор. Здание уже 85 лет. За это время, по словам директора учреждения Изабеллы Мурашевой, ограждения ни разу не меняли. Забор начал обваливаться и представлять опасность для прохожих. Строительство проходит с соблюдением всех норм. По словам подрядчиков, работы идут по плану и завершатся через 10 дней. Вы даже себе представить не можете, какая была необходимость. Уже несколько лет этот забор, в общем-то, заваливался. На мои просьбы, на мои письма и так далее. Ну, наконец, они возымели действия. И, к счастью, правительство выделило деньги на это. И вот забор, наконец, уже почти возведен. Ну, я вам хочу свое эмоциональное вообще состояние сказать, что я просто нарадоваться не могу, потому что, наконец, во-первых, перестанут люди быть под угрозой, которые проходили мимо. Работа происходит каждый день, 8 рабочих часов. Вот. Ну, в целом, у нас все проходит по плану, и задача примерно будет максимально 1,5 недели.